На площадке Казанского университета состоялось итоговое пленарное заседание для руководящего состава управленческих и структурных подразделений вуза. Все подробности далее. При участии ректора Ильшата Гафурова на встрече подвели итоги стажировки, прошедшей в Казанском университете с 1 по 4 марта для участников образовательной программы «Лидеры научно-технологического прорыва», куда вошли представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Московской школы управления Сколково, федеральных вузов и другие. В рамках стажировки участники разрабатывали различные решения и рекомендации по улучшению позиций вуза в мировых рейтингах, которые и были представлены на заседании. Во время своих докладов гости также поделились впечатлениями о Казанском университете. Еще раз хотел бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность познакомиться с лабораториями, со структурой вуза, узнать некие цифры, логику развития. Мы, вот, например, я лично для себя подчеркнул очень много интересных таких аспектов. Также с докладами выступили заведующие лаборатории строения поверхностных слоев Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук Николай Поляков, а также начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского государственного университета Надежда Федорова. В завершении участники стажировки смогли задать интересующие вопросы ректору Ильшату Гафурову касаемо дальнейшего развития Казанского университета. Я думаю, для вас, если вы увидели наши потенциал, лаборатория, мы готовы сотрудничать. Ладно, я всегда открыт. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.